началось, а чем все закончится, будет известно потом нам. Самому стрёмно, и с тех пор я радуюсь каждой белой точке на фоне черного. Сколько дерьма... А? У захода сегодня, куда вы направляетесь? На парковку. Нельзя на парковку. Почему? Потому что сегодня тут заходы, и... Заходы чьи? Сегодня все судьи. Кого? Сегодня здесь есть судьи. Так что, мне теперь гражданину нельзя припарковаться, я не пойму. Нет, это незаконное требование у вас. Вы хотите поговорить об этом? Как это поговорить? Ну это незаконное требование. Мы не припарковаться, можно? Я еду прямо, там никаких знаков, запрещающих проезда нет. Вы какие-то незаконные... Подождите секунду. Зачем мне ждать? Преследуй меня. Давай. Ага. Мы хил ложили на... Вот смотри, тут какая еще два вратаря стоит. У них тут список есть. С которым можно... Ну, доброго. Вы куда, до кого? А вы? Я здесь, не допуск. А вы кто? Управление державной охраны. Ну, предъявите что-то. А вы кто? Вы предъявите свои документы, кому я предъявляю ваши свои документы? А я что, нарушил что-то? Нет, не нарушил. Так что, вы покажете документы или нет? Что вы здесь устроили, я не пойму. Судьи. Дорога до трибунала. Так а где припарковаться? Судьи. А нельзя там припарковаться, да? А чего? Я сказать хотел. Паркуйся здесь, тогда еще. Не задавишь крышечку. А че вы блокируете проезд мне? Вы вменяемы или нет? Что за съезд судей, из-за которого гражданин не может припарковаться, я не могу понять. Чей приказ, говорите? Покажите мне, предъявите приказ. Или это незаконный приказ? С какой целью вы сюда приехали, пожалуйста? Припарковаться. Запрошение есть? Запрошение на что, на парковку? Зараз... Или у нас из-за судей полгорода теперь перекроют? Пол моей столицы. Зараз же проходит заходы. Ну, по документ давайте. Вы можете проехать. Давайте документ, какие заходы? Ну, у вас есть распоряжение якесь? Вам необходимо звернутися до головного дорогу. Да. Я хочу сразу увидеть, что это за заходы. Может, у вас незаконный приказ какой-то вы выполняете. Хочу выяснить. Это ваше право. Ну, дайте припарковаться, да и все. Зачем нам и мы пошли. Заходы? Парковка тимчасово заборонена. Ну как? Это каким законом? Каким распоряжением, приказом? Конкретно. Где знак стоит, что она закрыта? Ну хоть что-то вы покажете или нет? Что вам показать? Или вы только так на словах? Что вам необходимо, я запытаю. Ну вы просто на словах говорите, что... Что вам необходимо, я запытаю. Нам нужно припарковаться. Ну приказ. Нам нужно припарковаться. Или почему нельзя припарковаться? У вас нема ніякого приказу. Ну нема тогда... Вы тогда убедите, дайте припарковаться. Вы маєте право звернутися в пресс-службу МВС. І вам там все розкажуть. Не сиди. Ви можете отойти з дороги? Ні, я не можу. Почему? Ну вы полицейский? Тогда протокол на него, если не можете. Вы полицейский? Да. Или милиционер? Полиция. Полиция места Киева. Полиция места Киева, да? Отлично. Хорошо. Так что мне делать? Бросить тут машину? Вы можете поставить автомобиль на парковке в отеле Украины. Ничем не в отеле Украины. Тут бесплатная парковка. Ничем не запрещенная. Судьи, ну и судьи, и что? Что судьи? Пусть съезжаются. Знаку, що за парковку. Я не бачу знаку забороняючого парковку. Там стоїть попереду знак, зупинка, стоянка заборонена, 3-3-4. Де? Так понад дорогою. Де цього знаку поширюється? На той бік дороги, де він встановлений. Ну так це вже не бік дороги. Це яр нахер. Ну це яр. Це не бік тут дороги. Тут немає дороги навіть. Тут нема... Якщо є дорога, тисок, покажіть тут, мені. Тимчасово тут заборонено зупинятися. Ну де це написано? Чого ви це придумали? Я вам сказав. Якісь судді... Я вам не зрозуміло.
Мені не зрозуміло. Звісно, мені не зрозуміло. Чому необхідно припаркувати автомобіль? Ви можете його припаркувати на парковці в готелі. Ну чому я не можу тут припаркувати, я не можу зрозуміти. Я хочу припаркувати тут. Ви можете з даних питань звернутися, чому ви не можете припаркувати, що відбувається в прес-центр МВС? Та на що вони мені потрібні, ці... Ну, прес-центр. Так що, я давай тут оставимо машину, якщо поліцейський неадекватний. Скажи, з іншої сторони, з іншої стані ти охраняєш. Ладно, давай паркуємося, да піднімо. Подожди. Смотри, давай. Де вам необхідно припаркуватися? О, біля Ауді. Пропусти так само. О, це вже... Дякую. Я не очікував від вас такого. Думав, зараз буде скандаль. Давай, їжджай. Нормально, їжджай. Вот пример каждому українцю, как нужно защищать свои права. Хочешь припарковаться, припаркуешься. Даже на парковку надо защищать свои права. Да. К сожалению. Причем в песке парковку, не где-то там, а просто в грязи. Грачу можно садиться, а людям припарковаться нельзя.